Вновь в Славянск на Кубани пришла весна, а вместе с ней любимый праздник – праздник весны и труда. Еще до начала демонстрации на главной улице города царит небывалое оживление. Люди собираются с цветами, транспарантами и воздушными шарами, чтобы пройти праздничной колонной. История праздника 1 мая, Дня солидарности трудящихся, начинается с далекого 1889 года. Несмотря на то, что празднику уже много лет, он не теряет своей актуальности. Традиция отмечать 1 мая вот уже многие десятилетия остается неизменной в нашей стране. Мир, труд, май был, есть и остается для всех светлым праздником весны. Весна, пробуждение природы символизируют надежду на лучшее будущее, которое невозможно без труда, без целенаправленных усилий. Славянцы умеют трудиться, неизменно добиваясь успехов во всех своих начинаниях. Участников первомайской демонстрации приветствовали глава Славянского района Роман Синеговский, депутаты законодательного собрания края Виктор Чернявский, председатель районного совета Григорий Литовка, а также почетные граждане города и района, ветераны войны и труда, славянцы, чьи имена занесены на доску почета. Дорогие жители Славянского района, от всей души поздравляю вас с праздником весны и труда. Для каждого человека этот праздник наполнен особым чувством, ведь он объединяет поколения, всех, кто своим трудом, своими руками создает настоящее, кто любит и умеет работать. Славянцы умеют трудиться, мы собираем рекордный урожай риса, строим социальные объекты, развиваем агропромышленный комплекс, нефтяные и транспортные отрасли, поднимаем уровень образования и здравоохранения. Каждый из нас стремится сделать счастливой свою семью, уютным свой дом, благополучной и сильной свою страну. А добиться этого можно только созидательным трудом. В этом и есть главный смысл первомайского праздника. Праздничную демонстрацию открывает знаменная группа. Это право получили лучшие спортсмены Славянского района. Все они высоко несут знамя кубанского спорта на российских и международных соревнованиях. Знамя Славянского района несет Ткаченко Дмитрий, неоднократный победитель и призер чемпионатов и первенств Краснодарского края. В первых рядах праздничной демонстрации депутаты Совета Славянского района. Благодаря им общественность получает возможность не просто быть услышанной, но и на равных участвовать в принятии ключевых решений органов местного самоуправления. В праздничном шествии приняли участие представители общественных объединений социальной направленности, представители Армянского общества культуры и милосердия. Члены общественных объединений активно участвуют в общественно-политической, культурной жизни района, проводят большую работу по воспитанию подрастающего поколения. Празднично украшенными колоннами по театральной площади прошли активисты политических партий, Славянского местного отделения партии «Единая Россия» и Коммунистической партии. Продолжили праздничное шествие представители поселений Славянского района. В составе муниципального образования Славянский район одно городское поселение и 14 сельских. На театральной площади коллектив Славянского городского поселения. Колонну возглавляют глава города Коновалов Александр Васильевич и председатель совета Ракуленко Андрей Георгиевич. В составе Славянского района одно городское поселение и 14 сельских. В станицах, селах и хуторах проживает более половины жителей нашего муниципального образования. Они выращивают рис и овощи, производят молоко и мясо, учат детей. Сельские жители встречают 1 мая с оптимизмом, смотрят в будущее, радуются переменам, которые происходят вокруг. Благоустраиваются улицы, станицы, хуторов, ремонтируются социальные объекты, строятся спортивные площадки. Для нас май – это весна, начало жизни, это начало наших сельских забот и, наверное, надежда на высокие урожаи, на мир, счастье, благополучие. День весны и труда объединил педагогов, детей и родителей, жителей города разных поколений. Во второй раз на главной площади города прошла праздничная колонна дошкольных образовательных учреждений. Детские сады Славянского района посещают более 5500 ребятишек. Их воспитанием занимаются около 500 педагогов. Современный детский сад – это центр нравственного, эстетического и патриотического воспитания самых маленьких граждан. На праздничной площади колонна детских садов нашего города. Золотничок, серебряная копытце, золотой ключик,
«Сказочный город», «Золотая рыбка» и «Семицветик». Эти названия детских садов многим из нас возвращают в светлый мир детства. В праздничной колонии вместе с сотрудниками идут родители и наши юные воспитанники. В составе колонны педагоги высшей и первой квалификационной категории, ветераны педагогического труда, почетные работники общего образования Российской Федерации, которых объединяет одно желание – сделать детский сад родным домом. Славянский район – территория спорта. Неоднократный победитель и призер краевого смотра конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы в Краснодарском крае. На территории района работают 13 спортивных учреждений. Ведут работу 24 федерации спорта. Более 58 тысяч славянцев занимаются физической культурой и спортом. На театральной площади приближается спортивная колонна. Славянский район является неоднократным победителем и призером краевого смотра конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы в Краснодарском крае. В поселениях района работают 15 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, 11 спортивных учреждений, ведут работу 24 федерации по видам спорта. В составе колонны – воспитанники детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 имени Станислава Шевченко. В школе успешно работает два отделения – отделение легкой атлетики и спортивной гимнастики. За время существования школы подготовлены два заслуженных мастера спорта России, 8 мастеров спорта международного класса, более 50 мастеров спорта, множество чемпионов и призеров первенств края и России. На этом празднике все показывают свои результаты за прошедший год. И у меня тоже есть результаты. И я недавно ездила на ЮФО и заняла там первое место. Но мы с командой Краснодарского края заняли первое место. Ну, я иду первый раз. Но у меня есть этот кубок, и очень горд за это. В праздничной демонстрации приняли участие педагоги Центра дополнительного образования. В составе колонны шли лучшие учащиеся центра, победители всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Мы очень рады были сегодня выйти на демонстрацию. Для нас это огромная честь. Такой праздничный, солнечный, яркий день. Соединиться всем вместе, всем организациям, всем учреждениям и возродить традиции прошлого. Мы очень рады сегодня в замечательном настроении. Все идем, мир, труд, май, ура! В праздничной демонстрации приняли участие представители общеобразовательных учреждений. Школы района по праву гордятся победителями и призерами районных, зональных, краевых олимпиад, научных конференций, дипломантами всероссийских интеллектуальных конкурсов. Активная жизненная позиция, целеустремленность, вера в свои возможности, профессионализм педагогов общеобразовательных учреждений помогли учащимся достичь значимых успехов в учебе, творчестве, спорте. Их победы, призовые места стали достойным вкладом в интеллектуальный, творческий потенциал города и района. Мы представляем свою школу, это, безусловно, большая честь и гордость за свой город. Мы представляем его на весь город и показываем, какие мы отважные защитники Отечества. На театральной площади города всех приветствовали и поздравляли славянцев с праздником весны и труда преподаватели и студенты среднеспециальных и высшего учебных заведений. Студенты района занимают активную жизненную позицию, ведут здоровый образ жизни. Яркое подтверждение этому – призовые места в спортивных, творческих и научных конкурсах и соревнованиях. В площади приближается колонна преподавателей, ветеранов, сотрудников и студентов Славянского сельскохозяйственного техникума. Во главе колонны директор техникума, кандидат педагогических наук, депутат Совета муниципального образования Славянский район Евгений Викторович Дмитриев. В ноябре этого года техникум встретит свой юбилей. 90 почетных, славных трудовых лет. В праздничной демонстрации приняла участие колонна сотрудников Славянской центральной районной больницы. Нет на земле более почетного, прекрасного и благородного труда, чем труд врача. Сегодня в системе здравоохранения Славянского района работают 2000 человек, в том числе 305 врачей. Из них 4 кандидата медицинских наук и 6 заслуженных работников здравоохранения Кубани. В первую очередь это весна, это праздник, это сирень. Это радость, это, знаете, старые традиции, мир, труд и май. Как оно было, так оно и осталось. И, конечно же, весь коллектив
ну, я наверное, с семьями, с женами, с детьми пришли встречать этот праздник. Основа развития Славянского района – это эффективная экономика. Предприятие – это слава и гордость нашей малой родины. В демонстрации приняли участие сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Славянск-Эко». Это современный производственный комплекс, выполняющий переработку углеводородного сырья. Всего в состав холдинга входит 12 предприятий, более 100 автозаправочных комплекса, расположенных в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Гордость за свое предприятие, потому что нас очень много, все с желанием идут с большим, поэтому мы с большой гордостью идем на парад. Продолжили демонстрацию открытое акционерное общество «Славянский кирпич». Это один из самых крупных кирпичных заводов в России. Предприятие производит продукцию высокого качества, экологическую и долговечную. Руководит предприятием генеральный директор, заслуженный строитель Кубани, почетный строитель России Чайка Вячеслав Андреевич. Возглавляет колонну первый заместитель генерального директора, заслуженный строитель Кубани Показаниев Юрий Николаевич. Компания основана в 1994 году. На сегодняшний день работает два производства в хуторе Голицын и в городе Славянске на Кубани. Славянский кирпич – это самый современный кирпичный завод в Европе, один из самых крупных в России. Слава землякам, ветеранам труда! Ура! Одна из самых ярко украшенных колонн была у коллектива закрытого акционерного общества «Славпром». Сегодня «Славпром» – это современное виноградарское и винодельческое предприятие с перерабатывающей мощностью 6500 тонн винограда в год. А собственные виноградники – залог качественного продукта. «Славпром» – первый в России производитель кошерного вина. Главный винодел предприятия Юлия Папандопула рассказала, что для всего коллектива демонстрация имеет большое значение. Я хочу сказать, что это очень хорошая традиция поддерживать то, что нам было дано еще, наверное, с рождения. Нас родители водили на 1 мая, мы своих детей водим теперь на 1 мая. Это праздник, который сплочает компанию, людей, предприятие в целом, ну как бы делает коллектив еще дружнее. 1 мая – этот день был и остается для всех символом мира и созидания, дружбы и согласия. Для всех поколений 1 мая дорог причастностью к славному историческому прошлому нашей Родины, верой в счастливые перемены. Как и раньше, он вызывает ассоциации с важнейшими человеческими ценностями – свободой и справедливостью, сплоченностью и оптимизмом. 1 мая отмечен особым чувством солидарности, единства людей разных профессий, званий, политических убеждений, в стремлении жить достойно, работать так, чтобы труд приносил радость от созидания, благополучия и достаток в наши дома. Это праздник, который не подвластен времени. Из года в год, из поколения в поколение люди будут собираться, чтобы по старой доброй традиции пройти колонной со своим коллективом, порадоваться празднику и поздравить друг друга. Надежда Калинина, Александр Косицын, Александра Тимовская. Специально для праздничного выпуска программы «События».